Пока в других темах, турагентство «Библиоглобус» нарушило правила продажи билетов на чартерные рейсы, поэтому более 30 человек не могут улететь с Пхукета. Об этом рассказали в авиакомпании «Россия». Заказчиком чартерного рейса Пхукет-Москва 25.07 является компания «Библиоглобус». Она выписала 32 билета на рейс авиакомпании «Россия» без учета правил осуществления туристических перевозок воздушным транспортом в из Королевства Таиланд. В частности, правила выполнения данного чартерного рейса требуют продавать на него билеты в оба конца и в составе туристического пакета, что соблюдено не было. По информации представителя авиакомпании, билеты обратно в Россию продали, как на регулярный рейс. В стране действует закон, если вы прилетели чартерным самолетом, то и улететь можете только таким же. В результате перед отправлением нескольким десяткам человек отказали в регистрации. Многие застряли на острове вместе с детьми.